так не пойдет. Я задумала. Ну-ну. Ну, движемся дальше. Thank you.
воротами есть какой-то рычаг. Похоже, нашла. Зам, откройся. Ну все, заезжай. Слезай. Между прочим, я умею водить. Не сомневаюсь, солнышко, но мне так удобней. Ого. Здесь можно долго искать. Да, но у нас есть преимущество перед твоим осавом. Три символа. Глянем на карту. Так, посмотрим. Мы где-то здесь. Я буду делать пометки по ходу. Гляди, башня. Ого. Сверху можно увидеть все как на ладони. Может. Окей. А я высматривать осава. Прекрасно. Не то чтобы я из-за него переживала. А стоило бы. В другой раз расплох мы его не застанем. Вряд ли он от тебя многого ожидал. Погоди, это комплимент? Звучало прямо как комплимент. Его парни идиоты, но Асав... Нам просто стоит держаться от него подальше. Не понимаю, как люди идут за такими, как Асав. Все просто. Он ищет слабых и предлагает им стать сильными. Дает им цель. Цель? А по-моему, лапшу он им вешает. Ты собралась? Со мной полезешь? Я бы с радостью, но кто-то должен посторожить машину. Верно. Теперь наверх. Пока, вполне. Еще чуть-чуть. Вот наши три символа. Думала, это займет больше времени. Топор Шивы. Посмотрим. Показывают прямо на хайсальские руины. Старая крепость. Стоит прямо на склоне горы. Сделаю на карте пометку в виде топора. А за второй дверью... И что это такое?
На будущее. Надо глянуть, что за дверью с трезубцем. Еще одна крепость. Сразу за теми водопадами. Тебя пометим трезубцем. И, наконец, дверь слуг. И еще одна крепость. Возвышается прямо посреди озера. В этом месте нарисую на карте луг. Слазила. Точно не зря. Нашла три символа. Да ну? Ага. Каждый указывал на одну из крепостей. Именно там стоит поискать. Класс. А как ты вообще связалась с Асавом? И зачем? Не будем об этом. Мне показалось, что он на тебя запал. Не напоминай мне. Пригодился в свое время, но... Ну, так рассказывай. Не хочу. А если под рюмочку? Никакой рюмочки не хватит. Так, ты же военный... О! Стоп! Фрейзер, впереди нас поджидают. Похоже. Ага, сглазили. Берегись!
не узнаю. Это не из наших трех символов. Не стоит отвлекаться. Никогда не отказывайся от лишних денег. Стена на вид не очень прочная. Эй, тебе ничего в глаза не бросается? Держит трезубец. Один из трех символов. Да, и он указывает на те руины. Точно. Молодец. Хоть на что-то гожусь. О чем мы там? Мы говорили о васаби. Да, много фокусов. Так, ты же военный эксперт. Как тут будет действовать Асал? Постарается устроить засады на всех подступах и остановить нас. Я бы поступила иначе. Что бы ты сделала, если бы была Асалом? Сбрила бы бороду. Я бы подождала. Дала противнику сделать всю грязную работу, а потом забрала бы бивень. Петро. Практично. Без лишних рисков. Хорошо, что ты в моей команде. Тебе повезло. Странно, что Асав так не делает. Может, его эксперт знает что-то, чего мы не знаем? Да, и тем больше причин провернуть все по-быстрому. Смотри, там грузовик Асава. Вроде никого. Интересный круговой узор. Как на диске? Да, мы в нужном месте. Гляди, трезубец Ганеша. В башне был такой же символ. Ганеша, сокрушитель преград. Пока нет. Идем к Обру Воде. Надо действовать тихо, пока можем. Хорошо. Кто здесь? Фрейзер, снайпер! Thank you.
мы всех уложили. Ты как? Нормально. Не считая того, что связалась с чокнутой. Ладно, куда нам дальше? Хороший вопрос. Давай осмотримся. Как думаешь, что это было? Сложно сказать. Крепость? Странная конфигурация для храма. Нет, не то. Не так. В чем фокус? А что? Похоже на кнопку. Да я дала тебе шанс попробовать. Хороший звук. Одна из спиц в колесе повернулась. Когда я поворачиваю колеса, замки открываются. Значит, всего их, наверное, 5. Осталось 4. А что насчет тебя? 2 есть. Тут еще. Я сама. Нашла. Осталось последнее. Давай я.
уж. Точно. Ну и что? Придется подлезть. Ну ладно. Ну ты смотри. И кто бы мог подумать? Говорила я, это ключ. Ай да умница. Ну что, посмотрим. Что это? Древний хайсальский пазл? А, конечно. Я делаю трезубец. Добрый день. Что теперь? Теперь мы повернем рукоять и глянем, что будет. Рискнуть хочешь? Ну, знаешь, охота за сокровищами предприятия рискованная. Война в целом тоже. Но если я срываю гранаты чеку, я хотя бы знаю, что будет. А в нашем деле веселее. Ты слышала? Чувствуешь? Фрейзер, что? Посмотри. Охренеть. Там огромный рельеф, вырезан прямо в той скале. А ты боялась, что мы нажмем на рычаг и сдохнем. Да, как хорошо, что со мной дочь археолога. Интересное, небось, было детство. Интересное. Много узнала. Мой папа обожал Хайсалу. И тратил на нее все время. Я же готова ковыряться в руинах. Только ради выгоды. Понимаю. Я никогда не иду на риск без выгоды. Да уж, наверное. Все-таки рулить армией – большая ответственность. Вторая натура. Компания отца. Я приняла руководство. Семейное дело? Которое я запорола. Тебе ли не знать? Вы же с Дрейком были, не разлей вода. Ну, это мы в другой раз обсудим. Ну, куда дальше? На горе есть крепость со значком топора, а на дне озера крепость со значком лука. Стоило мне уточнить о Дрейках, прежде чем на это подписываться. А тут не о чем особо рассказывать. Я хорошо знаю Нейта. Сэма намного хуже. Он как будто из ниоткуда появился.